Едем. Блять, а тут. Слушай, я же могу просто упасть, по идее. Да, хорошо, что меня здесь никакой опасности не поджидал, иначе пиздец бы мне настал. Ну чё, идем дальше? Лава-дроп делай. Блять. Так. Блять, ладно, пошли. Надо. Самое главное, это аккуратно передвигаться в воду, потому что очень может быть, что под ногами нихуя не окажется, и ты полетишь просто в жопу. Под лавой часто бывают крепости ада. Ишь, как ты меня, блядь,